преддверии Международного женского дня 3 марта 2016 года в Полоцком государственном университете состоялся традиционный весенний конкурс грации и артистического мастерства «Мисс ПГУ-2016». Настоящее шоу, праздник красоты, женственности и таланта открылся для зрителей в этот вечер. За корону и главный титул «Мисс ПГУ» боролись 10 очаровательных студенток, представляющие 5 факультетов. Непростая задача определить обладательницу титула «Мисс ПГУ-2016» легла на плечи настоящим экспертам и ценителям красоты, членам многоуважаемого жюри. Праздничный вечер открыл проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Павел Васильевич Коваленко самыми искренними и теплыми пожеланиями для милых девушек и дам. Галантный ведущий вечера Сергей Коновалов дал старт первому конкурсу дефиле, во время которого членам жюри предстояло оценить грациозность движений конкурсанток, непринужденность и умение держаться на сцене. Каждая из очаровательных участниц блестяще презентовала себя, показав, что готова к серьезной борьбе за право стать лучшей из лучших. Продолжением гонки за первое место стал следующий конкурс «Я все смогу», в котором каждая участница должна была совершить то, чего не делала никогда ранее в жизни, а также представить свой видеоотчет зрителям и жюри. Конкурсантки по-настоящему всех удивили своими поступками, перебороли свои страхи, поистине оправдав и само название конкурса. В интеллектуальной борьбе девушкам по очереди требовалось ответить на каверзные вопросы ведущего, которые для некоторых стали весьма неожиданными и замысловатыми. Участницы отлично справились с заданием, максимально подключив свое чувство юмора и креатив. В конкурсе оценивались интеллектуальные способности, коммуникабельность, умение общаться с аудиторией и смекалка. Пока участницы готовились к очередному конкурсу, порадовать зрителей жюри поспешил новый проект этого года – кавер-бенд зажигательной песни «Танцуй». Не менее зрелищным и красочным стал финальный конкурс, творчески вобрав в себя элементы шоу и различных видов искусства. Шанс первый раскрыть грани своего таланта посчастливилась Ольге Потапович, инженерно-строительный факультет, с невероятно чувственным и пластичным танцем. Очаровательная Анастасия Воронина, финансово-экономический факультет, продемонстрировала зрителям свои прекрасные вокальные способности, исполнив нежную и трогательную песню группы А-студио «Ангел». Конкурсантка Инна Степурко, историко-филологический факультет, окунула публику в атмосферу настоящего показа мод, представив зрителям собственную коллекцию экстравагантных нарядов. Еще одна участница от финансово-экономического факультета Нина Блажкевич удивила зрителей неожиданным дуэтом с Ливоном Гзиряном, которые настроили публику на романтичный лад, исполнив проникновенную композицию «Say Something». Творческий номер Владиславы Коврижных, инженерно-технологический факультет, навеял ностальгию по незабываемым школьным годам и самой чистой первой любви. Школьное окно, где маленький, все твои слова — это прошлое. Вот мои глаза, прочитай меня, помоги вернуть невозможное. Продолжить творческую эстафету выпало конкурсантке Инге Соболевой, юридический факультет, которая с группой поддержки зажгла зал дерзким, энергичным и полным драйва танцем. Не менее ярким был номер Карины Чимбур, инженерно-строительный факультет, который устроила для всех собравшихся грандиозное сценическое шоу, исполнив песню «Dangerous». А
Анна Колесникова, юридический факультет, порадовала зрителей эффектным и головокружительным танцевальным номером под песню Алексея Воробьева «Сумасшедшая». Своим творческим потенциалом и видением прекрасного отличилась Наталья Березовская, юридический факультет, прочитав глубокое и трепетное стихотворение собственного сочинения в интерьере живописных и рукодельных картин. Завершила феерию талантов Дарья Ехимова, инженерно-строительный факультет, подарив зрителям эмоциональный и душевный танцевальный этюд. Итак, девушки сделали все возможное для победы, и члены жюри удалились в совещательную комнату для подведения итогов конкурса. Зрители в компании конкурсанток и талантливого студента Ивана Исакова с песней «We Made You» с нетерпением остались ожидать, кто же пристанет перед ними в короне победительницы и впишет свое имя в историю университета. Еще один музыкальный подарок для самой прекрасной половины человечества подарил преподаватель юридического факультета Евгений Котенков. Перед конкурсом на сайте Полоцкого государственного университета и в официальной группе ВКонтакте было открыто интернет-голосование, где любой желающий мог проголосовать за понравившуюся кандидатку. По результатам голосования приз зрительских симпатий получила студентка историко-филологического факультета Инна Степурко. По итогам конкурсной программы номинации распределились следующим образом. Мисс Элегантность – Нина Блашкевич. Мисс Творчество – Карина Чимбур. Мисс Спорт – Наталья Березовская. Мисс Очарование – Анастасия Воронина. Мисс Индивидуальность – Инга Соболева. Мисс Женственность – Владислава Коврижных. Мисс Грация – Дарья Ехимова. Мисс Креатив – Ольга Потапович. Мисс Артистичность – Анна Колесникова. Второй вице-мисс стала Наталья Березовская, юридический факультет. Звание первой вице-мисс получила Карина Чимбур, инженерно-строительный факультет. Победу в конкурсе, а также корону и титул «Мисс ПГУ-2016» получила Анастасия Воронина, финансово-экономический факультет. Дорогие девушки, желаем всем весеннего настроения, любви и вечной красоты.